Паш, как у вас дела? Да нормально, идем. Я уже устал. Два раза. По нам ГП работает. Мы уже у забора. По нам ГП работает. Это, кажется, Вадик, кстати, туда давно уже стреляет. Я сейчас кому-то постреляю. В город вошел. В окопах свои приемы. Мы уже в городе. Паша, есть в окопах твои? В смысле, что? Не в смысле, ладно. Неизвестно. Давайте без фуда. Мы обходим всю их базу. Мы на 202-й ТЗ? Я не знаю. Я вообще заблудился. Мы на 202 сейчас ПЗ? Неизвестно. Они в городе, прием. Паша, узнаю своих ПКВ. Если, блин, нету, то скажи. Наша, если есть в городе? Я буду стрелять. Да. Есть. Есть. Был какой-то пуск. Это был Аздоник. Сожгли его. А, не забывай, что противник теперь может нам в спину зайти и через триггер выйти. Это вам. Мы зашли с другой позиции, все нормально. Ну мало ли. Сейчас я ПСУшку посмотрю. Только не понял. А враг кто? Американцы. Коричневая форма. Я не знаю, там кому-то Сэмка бежал, я ему стрельнул, он голову поймал и убежал. Нормально. У них допинг. Мозга нет. На севере от радара движение возле дерева. Третье за хамбиком наверху кто-то. Второй батер живой, прием. Военный, твой батер жив? Чем? ПЗ, мы ближе двигаемся, не? Да я думаю, что да, там дым кинул возле церкви. Возле церкви дым кинул, враг. Живой? Я живу. Я только не понял, откуда. Уже не понял. Со стороны церкви как раз стреляли, по-моему. Понял. Ну я так по звуку, я далеко от вас. Понял. Перебито ноги. Пауза. Да, конкретно левее. Который на 205 высоте? Там дым, где хамвик, где окопы, да, там скорее всего. А, где окопы, понял. А где РВС, короче, скорее всего там отделение, да. Короче, взял калаш, прожил запада их. Снайперить невозможно. А ТРЛС по нам стреляет, да? Да. Ну, по-моему, оттуда, я там пехотинцы видел. Да. Надо мою позицию менять. Здесь уже пристрелялись они. Они за забором, сквозь текстуры видно. Там зеленка на севере от нас, офигенно. Уже справа, я близко прыгу. Так, а у нас медик есть какой-нибудь? У меня ног нет, короче. Я ползком теперь перемещаюсь.
описан нашего экипажа бегущего. А около церкви есть какая-то техника, что-то типа того в нее сели. Хамбик? Свои, свои. Свои, я вижу. Свои. Задымляет возле Хамбика. 113-й, блядь, тут. Где именно? Полите его. 113-й, где именно? М113 захвачен. М113 захвачен вражеский, повторяю. М113 захвачен. Паша, живой? Да, живой. Всем передай ПДВ. Я уже передал. Поехал давить их. М113 катается, давит врагов. В городе? Кажется, своего убил. В городе ты поехал, да? Да вот тут я около метки отделения Хамвик давлю. Понял, понял. А, вижу все, тебя вижу. На чего за часовник, где копа? Там 113 своя катается, давит люди. Гранаты не кидайте. Дарк, на свой день по тебе пехотинец хотел, РПГшка отработать. Да я вообще тут ничего не вижу, блин, тут неудобная камера. А ну его в баню. Ну, аккуратней там. Да я вижу, стреляет уже сзади. Положил его, вроде ранил. 113 свой четверть. Уже нет. Убью того. Возле вышки РЛС пехотинец есть. Он ранен и перевязывается. Возле вышки РЛС пехотинец раненый, перевязывается. Вражеский. СВДшка своя? Местонахождение 113-го. Кто знает. Вот где горит, что-то там в районе. Его уже захватили. Уже отдали обратно, вроде бы. Дарк нас захватывал, вылез и умер, по-моему. М113 снова похоже у врага. С РПГ стрелять можно, нет? Можно. Отойдите все от РЛС. Там гранатами забрасывают. Да стреляй, она не бомбит. А вот кто-то от нее отбегает, враг отбегает, да? Вот сейчас группа целая возле окопа, возле хамика горящая. У вас где-то примерно это на 11 свои, часов. Это свои. Я понял, у вас на 11 часов пехотинец убежал в глубь, по-моему, мурак. Или свой, не знаю. По-моему, ей пофигу. Утверждаю. А кто там сейчас по склону из окопов вышел вниз перед РЛС? Там пехотинец лежит дохлый. Сейчас бежит вдоль. Свой бежит, да? Да, вы. Понял, у тебя там видел
Труп. А видал труп. Хорошо, значит, убил. Ну, может, раненый лежит без сознания. Короче, я по нему бил, он упал, и я не смог убить. Короче, паузу в город. Вот здесь уже ничего не видно, не смотрит. Ты чего, у кого-нибудь есть? А Сдуин сказал, что вроде бы заложил что-то уже. Ну, а он где? Он чем-то вообще живой, нет? Пробегал мимо, кричал, убегайте, убегайте. Hey, ой, ну. Wake up. Там говорят мне в TeamSpeak, что враги кончились. Сейчас узнаю. Сейчас посмотрим и спектакль. Я тоже заложил заряд на 20 секунд. Да, походу. Конца нет, да? Нет, есть. Где он? Не написан?